Всем привет, уважаемые зрители, с вами Финаргот. И вот настал тот момент, когда началась распродажа уровней и сундуков для Battle Pass в этом году. Как вы могли заметить, призовой фонд начал немного проседать по сравнению с прошлым годом, и Valve нужно было сделать какой-то буст. Вот он и пришел. В прошлом году эта распродажа также была, и она дала такой хороший, можно сказать, рывок для призового фонда. В этом году, наверное, также рывок будет совершен. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут есть. 80 уровней, плюс 4 имморталки первого уровня, плюс 4 имморталки второго уровня. Экономите 70% за 1130 рублей. Можно купить только во время этого викенда, я не знаю, это, наверное, только эти выходные. Вот, и можно приобрести только один раз, как и в прошлом году. Давайте тогда, я сейчас, собственно, и приобрету. Сейчас я быстренько пополню свой счет на сумму 1500 рублей. Я очень долго ждал эту распродажу. Через PayPal-чик, сейчас быстренько. Пам-пам-пам. Рам-пам-пам. Пока пополняется, я вам расскажу. Да, многие из вас могут не знать, но призовой фонд начал становиться меньше по сравнению с прошлогодним. Ну, если сравнивать графики положений нынешних того года и этого. Так что, конечно, Valve нужно было что-то делать. Конечно, впереди еще у нас будет второй акт кампании, который даст небольшой буст. Еще будет третий имморталка. Ну и, возможно, Valve еще что-то добавит. Все-таки, если призовой фонд будет меньше, чем в прошлом году, это все-таки сделает, можно сказать, фурор, все будут писать об этом новости, будут говорить, что Dota умирает и так далее. Поэтому для Valve сейчас основная задача стоит превысить призовой фонд прошлого года. Потому что если этого не будет, это будет плохо очень для них. Ну, посмотрим, поживем увидим. Все, приобретаю. Вот этот самый бандл. Посмотрим, кстати, можно ли его трейдить. Нет, нельзя передавать и продавать. Ну, мало ли, баг, знаете, бывает. Отправлять подарком тоже нельзя. Ну, распаковываем. Давайте просто распаковать. Вот, получила все награды. Вот, 80 левелов. Кстати, а их можно менять? Действует, можно использовать. Нет, нельзя. Применить уровни. Ну и давайте откроем сундучки. И получу еще 2 сундука. Вот, у меня в итоге 5 сундуков. Даже 6 сундуков. Я уже открывал одну шмотку из этих. У меня получился, по-моему, ЦК. Да, самый ненужный, самый бесполезный в моем понимании. Давайте посмотрим, что сейчас мне упадет. Мне очень нужна Лина. От золотого сундука я тоже бы не отказался. Так, Титан, хорошо. Идем дальше. Ну, по сути, мне уже мне все шмотки выпадут из этого сундука, потому что 6 есть. Конечно, хотелось что-нибудь редкое, но вы знаете, мой уровень везения в доте приближен к нулю. Ну, это невозможно, к сожалению. Так, есть пуш. Сейчас должна быть Лина, по сути. Ну, или Бладсикер, 50 на 50. Лины. К сожалению, без редкой награды. И пожалуйста, пожалуйста, золотой! Конечно. Фиг. Ну, давай, давай. Габен, подари! Подари сундук золотой. Конечно, хрен. Да, и котла даже не дал. Ну, ладно. Давайте теперь первые сундучки откроем. Еще 2 я получу. Так, давайте отдалить. Тут у меня уже, видите, почти все есть. Конечно, хрен мне, а не редкую шмотку. Ну давай, 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 давай. На Сларка очень хочу на Сларка. Прям, вы не представляете, как хочу шмотку на Сларка. Конечно, я еще буду апать левел Battle Pass, потому что мне донатят на стриме и так далее. Давай! Да! Давай! Ну есть же, хоть что-то.
Да, не забывайте, я же сейчас постоянно стримлю на Твиче, очень интересные стримы устраиваю, помогаю обузить обычным смертным. Блин, был близок. И собираю донатычи и сабскрайберов. У меня уже 4 смайлика есть на Твиче, поэтому обязательно подписывайтесь на мой Твич, ссылка есть в описании. Блин, ну хотя бы золотую на Найкса выбил, это уже приятно. Это, конечно, не невероятно редкая шмотка на Сларка, но все же, хоть что-то. Так, все. Давайте посмотрим, какие награды я еще не принял. Сейчас еще вон колесо повертим. Сейчас еще тут арканы упадет. И я такой, вообще кайф. Распродажа так распродажа. На фантомку, да, там аркан? А, хрен. Хрен. А, давайте мне ненужный сет на Nature's Prophet. Спасибо. О, мифический, мифический, да. Эффект повышения уровня. Да-да-да, давай. Еще одно колесо, релай. По сути, я же могу там распылять двойные шмотки на уровне, потому что у меня же трейдбан, и мне все равно двойные шмотки не нужны. Дайте сундук какой-нибудь, похер какой. Мне из-за того, что трейдбан, я не могу многие сеты получить. Мне нужны сундуки для этого. Есть. Есть. И есть, и есть, и есть. А это что такое? Набор комментаторов Кунка. А, его еще не выпустили. О. О, сейчас откроем Trust of Benefactor. Надеюсь, все воспользуются предложением, сделают выгодное приобретение. Я думаю, все ждали этой распродажи. Посмотрим, будет ли еще что-то. Посмотрим на росты... на рост, точнее, призового фонда. Я все-таки ставил на 23-24 миллиона долларов. Пока все идет не очень хорошо, потому что, если вы посмотрите, то призовой фонд начал немного проседать. Что ж, с вами был Финаргот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!